Прикинь на видео, там русский. Че за фигня? Не, ну как бы. Они же любят типа обосрать каждый вид дрессу, то откуда добрый пример. Да, вообще. Это интересно, когда он с папой тебя же надоест и все успокоится. Слышь, его там отчаянно так разбирает. Вот как может Патрик обереть. Опа, сейчас разогреет. Это мне это как он. Хватит! Ты с два гига! Хватит! Ну сам ты голову покажешь, что это? Теперь мы должны задать вопрос. В первую очередь сами себе. Почему вы пытаетесь? Афтершок! Нужно ли бухать? Аллилуйя! 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 Самое удивительное, что ты вообще сегодня не пил, бля. Только а чай пил. Да. А еще Слава еще открывается за все дни, которые он работал. Бля, без страха. Не хотел провести на дискотеке. Я что, на дискотеке? О, слышь, знаешь, я смотрел много видео, короче, где необычные танцы на свадьбе. А, да, ты да, со да. своей... Ты можешь такой вытворить. Для своей девушки, ну, на свадьбе танец. Блядь, в этой слышке тебе надо так бесить ее. Просто я чтобы не тряслось, не все. Блядь, просто энергетики отдыхают, да. А нет, слышь, он чувствует свое тело, что заебись. Оно живое. Конечно. Не, ну знаешь, просто знакомые мне мотивы звучат, понимаешь, блядь? С моего детства, блядь. Да выключай уже, там уже ни о чем, блядь, идет. Да.